новая система начисления заработной платы с помощью криптовалюты. Японский интернет-гигант GMO Internet Group объявил о планах выплачивать работникам часть заработной платы в биткоинах. Сотрудники смогут сами выбирать, какую долю оплаты они будут получать в криптовалюте. Эта сумма может составлять от 10 тысяч до 100 тысяч йен каждый месяц. При выплате зарплаты в йене часть, выданная в цифровой валюте, будет вычитаться из нее по курсу биткоина на рынке акций GMO Coin. Руководство компании отмечает, корпорация GMO Internet Group заинтересована в развитии мирового рынка цифровых валют, поэтому будет поощряться внедрение инновационных технологий во всех подразделениях.